В минувшие выходные здесь прошли сразу два классических концерта. Сначала на сцену парка вышло джазовое трио Дениса Мацуева, а сразу же после него оперная дива Ольга Перетядько. Она много выступает за рубежом. Мне очень важно было вернуться, и я каждый раз, когда приглашают, я соглашаюсь, раздвигаю свои ангажементы, чтобы приехать. Этот концерт мы очень долго, конечно, обсуждали. Я надеюсь, что я вернусь открывать, соответственно, новый зал. И для меня просто очень важно вернуться. И вернуться, знаете, вот корни, вот никогда нельзя терять корни. А 1 августа «Сириус» примет еще одну блестящую певицу Юлию Лежневу. Концерты проходят в сопровождении Сочинского симфонического оркестра. Спасибо вам.